смелать. Сегодня мы будем открывать 4 посылки. Вот такого белого цвета, желтого, такого, ну, кто-то серого и черного. Давайте начнем открывать. Начнем мы по считалке. Ехал Лунтик на тележке, продавал он всем орешки. Кому два, кому три, дирижером будешь ты. Последняя черная посылка. Смотрим ее, тут в уголочек подлежим. Ой, там что-то лежит такое. Оп, это две ручки. Так, это надо распаковаться. Вот, оп, и оп, это вот такая ручка. Блестки желтые, стекло и блестки. И тут нарисованы цветки. Такая, ну, золото-зеленая ручка. Такая. И вот еще одна ручка. Надо ее тоже открыть. Вот такая синяя ручка. Вот тут блестит и вот тут. Очень классные ручки, красивые такие, блестящие. Такие две ручки мне попалось в первой посылке. Давайте берем мусор в сторону и открываем вторую посылку по считалке. Со второго этажа полетели три ножа, красный, синий, голубой, выбирай себе любой. Первая посылка. Вот такая белая какая-то. Там еще какой-то мусор. Это как-то запаковано. Неудобно открыть. Осталось чуть-чуть до посылочки. Тяжело запаковали, конечно. Ой. Так легче. Ой, уже выпало что-то. Это какая-то черная, такая мягкая ручка. Очень мягкая, кстати. Вот. Ой, еще две. Это ручки котята. Такие черно-белые и бело-черные. Такие они вот. И я в сторону даже. И вот такая ручка мягкая выйдет. Такая ручка необычная. Ты пишешь ей. И она исчезает через 2-3 часа, может так с друзьями играть. Очень классно, но здесь никого такого нет. Давайте откроем еще осталось две посылки, давайте их откроем. По считалке тоже, ну такой же, как и была на эти посылки. Ехал Лунтик на тележке, продавал он всем орешки, кому два, кому ты, и дежурным будешь ты. Желтая посылка. Давайте же откроем. Очень интересно, что. Очень. Уже видно, что плата тут все надо. Ой, это уж что тут еще лежит. Чем мне заупить?
вот такие какие-то, это паста какая-то, вот это ручка уже. Наверное, вы эту ручку наставляете пасту, и она то таким цветом, то таким. Ну, наверное, так. И тут еще одна какая-то штука. Это ручка, тут 8 цветов. Желтый, розовый, синий, розовый, оранжевый, зеленый, белый, фиолетовый. И только дайте еще что-то. Давайте же это распакуем. Это, наверное, еще пасты. Я верно, я не знаю вообще. Это... А, да, это еще пасты. Тут сейчас расскажу все цвета и посчитаю, сколько тут. Ой, катились они. Давайте падайте, падайте. Тут есть зеленый, черный, это уже два. Желтый, три. Коричневый, четыре. Синий, пять. Красный, шесть. Какой-то розовый, семь. Фиолетовый 8. Еще один зеленый, другого оттенка 9. Голубой 10. Оранжевый 11. Розовый другого оттенка 12. И фиолетовый такой же, как тут был, 13. 13 паст. А тут 8. Часть всего паст 21. У меня 21 паста. Представляете? И одна ручка. Так, сколько я смогу писать? Я вообще не знаю. Но классная вообще. Это мы откладываем в сторону. Убираем мусор. И отбудем сейчас класть последнюю посылку без считалки. Все, давайте открывать последний посыл. Такая сильная, какая-то темная. Ладно, сверху откладываю. Аккуратно так вот. Там что-то лежит такое. Много чего. Ой, тут это уже конец. Вот это наклейки вот такие. Что? Вот такие. Вот такие. Смотрите, какие котики. Тут котов гоняются, все кипят, обмоется или играется. Очень, или боятся. Очень прикольные такие котики. Вот девочка и ее котик. Вообще много чего. Блин, котик. А вот тут она влюбилась в него. А тут она идется с ним. У меня болит, тут она влюбленная. И много чего интересно. Смотри, какой котик смешной. Вот этот. А вот и следующее. А вот тут котик. Вот такая девочка сверху. Котик, который поет. Котик, который после душа. Котик, который готовит. И много остальных веселых котиков. И осталось еще три котика. Вот такие. Девочка спит. Девочка игра пишет что-то. А тут котик в сумочке. Как это мило. Смотрите. Котик играется с ногой другого котика. Очень классно. Это милые котики. Девочка идет с котиком. Телефончик. Классно. Пенал. Какой-то. Тут
путаются. Путь, который пир, путь, который около пута вот электричество. Сейчас покажу этот путик. Я тут путикую. Вот этот. Вот, и вот этот. Тут что-то написано. И вот такие. У котика день рождения. Как это хорошо. Вот этот котик такой прикольный, маленький. Это привидение кот. Вот мальчик, девочка, еще кто-то и еще. Я не понимаю. Это игрушка для котиков. Вот это маленький котенок, это голубь. Вот это еще один котик. И это тетрадки. А это мышка, чтобы играть с котиком. И осталось вот эти. Тут тоже такие же, как наверху вот эти. Вот привидение. Но это такая же вторая повторка. Давайте посмотрим, что вот это. Я сейчас это распакую. Так. Это не открывается. А, вот. Это закладки. Вот такие. Они тут упакованы. И вот тут они так открывают. Вытаскивают. Чтобы эти закладки не потерялись и не отлепились. Вот такой такие. Тут цветов всего 5. Зеленый, розовый, желтый, оранжевый и синий. Вот такие прикольные закладочки. Давайте откроем вот следующее. Ой, она уже выпала. Даже открыть не успела. Это вот такие линейки, розовая и синяя, с коробкой и с всякими кастрюльками и бутылочками. Вот такие две линейки прикольные. И сердечко наверху, это знак любви. Давайте откроем следующую. Что-то интересное такое тут есть. Ой. Погнали цвет. Ой, уже влетел. А это закладки кошечки. Черная, оранжевая, серая, белая, оранжевая, белая, рыжая, черная. Белая еще и серенькая. Вот такие кучки-закладки. И давайте посмотрим, что вот это. Интересно, что это такое? Это специальная шпионская ручка для девочек. Пишешь, потом ничего не видно. Светишь фонариком. И там все видно. Очень прикольная ручка. Классная. У меня такой никогда не было. Давайте откроем следующую. Так, это пусто. Значит, просто мы сегодня закончились.